Всем привет! Очень рада быть в эфире. Всем привет! Сегодня мы с вами поговорим про виртуальный мир, фотографии в интернете и про существование нашего мира. Мы проведем параллель, чем наш мир похож на фотографии в интернете. Итак, всем привет! Ждем, пока подключаются. Я напомню еще раз, мы сегодня с вами поговорим про существование мира, как фотографии в Фейсбуке, в интернете, в Инстаграме. Вот, поэтому сегодня будет очень-очень интересный эфир. Спасибо, что вы с Ваикра, спасибо, что вы с нами, что вы нас смотрите. Всем привет! И давайте мы начнем с отрывка с Таилима, где говорится: «Вечно у Бог, слово твое стоит в небесах». Простое значение — это слово Всевышнего, которое постоянно творит этот мир, да? Мы знаем, что в начале Всевышний, когда создавал наш мир, он сказал: «И будет небосвод, и будет свет, да будет луна, да будут звезды и луна, да будет у луны войско звезд» и так далее. Всевышний своими словами творил этот мир. Теперь мы можем взглянуть на пример того, как именно это происходит. Мы можем с вами подумать, да, что Всевышний это делает как столяр. Столяр берет материал там дерева и из вот этой доски делает стол. Или же мы можем подумать, ювелир берет какой-то драгоценный камень, драгоценный металл, колдует, создал кольцо, да? Ну, в общем, мы можем взять любых мастеров. И нам может сначала показаться, что Всевышний, что мы берем пример со Всевышнего, да? Всем шалом, рада, что все подключаются, всем шалом. И мы можем с вами подумать, что Всевышний, как и столяр, как и, не знаю, кузнец, из чего-то делает, например, из дерева стол, из бумаги книгу, да, и так далее. Но если мы заглянем в Тору, то мы увидим, что Ашем, он из ничего создал мир. То есть не было ничего, хаос, вообще ничего не было. И Всевышний из ничего что-то создал. Теперь сказано, что весь мир держится только на речениях Ашема, что он держит весь этот мир. Как это понять? Вот как это понять? А мы вот такой пример заглянем. Не зря я сказала в начале о том, что существование мира — это как фото в интернете. Скажите, а фотографии в интернете, они реальные? Или фотографии в Фейсбуке, в телефонах, они реальные? Нет. А что это? На самом деле, программисты меня поддержат и поймут, на самом деле фотографии — это за ними стоит некий набор цифр и букв. Да, это программа, которая читает эти цифры и буквы и выдает нам фотографию. На самом деле, если мы с вами закроем ноутбук, этих фото нет. Все, их нет. Или если мы с вами, не знаю, выключим интернет, все, этих фотографий нет, как будто бы их и не было. Да? Если мы с вами удалим страничку в Фейсбуке, где было миллион фотографий, их все нет. А скажите, а сколько фотографий в Фейсбуке? Миллиарды! Я боюсь даже назвать эту цифру, потому что это большое-большое количество, да? Но эти фотографии, как только нет источника питания, они исчезают. Как только нет интернета, эти фотографии исчезают. Как только ты телефон вот так выключаешь, все, эти фотографии как будто бы не существует. Теперь, вот фотографии в интернете можно сравнить с нашим миром. Всевышний каждую секунду дает питание этому миру. Он каждую секунду заставляет этот мир существовать снова и снова. Он дает питание, он дает, грубо говоря, электричество этому миру, он дает интернет этому миру. И благодаря Всевышнему этот мир существует. Теперь то, что мы видим вокруг, да, это картинка. Это понятно, что за этой картинкой, точно так же, как и в фотографиях в интернете, есть какой-то код, набор слов. И это и есть изречение Ашема. Он только говорит: да будет небосвод, да будет этот мир. И сказано, что своими изречениями Ашем и создает каждую секунду этот мир. Каждую секунду. Это даже тяжело понять, да? Но это таки да, можно понять посредством фотографий в интернете. Когда мы открываем их, да,
когда мы нажимаем, мы видим фотографию, она существует. Как только я выключаю интернет, выключаю ноутбук, все, этого фото нет. Как, например, напечатанного на листочке, да? Так и наш мир, он существует только благодаря Всевышнему, благодаря божественному коду, который называется Словом Бога. Вот, поэтому надо не забывать, кто создатель этого мира, и что Ашем каждый раз, каждую секунду вообще дает нашему миру существовать. И что Ашем, он не как столяр из чего-то, из дерева делает стол. Он из ничего, абсолютно из ничего делает наш мир. В это еще труднее понять. Но насколько мы малы, насколько мы ничтожны, и только с Торой мы можем расти. И только с Торой мы можем что-то понимать, развиваться и знать, кто мы, и стараться быть ближе к Всевышнему, так спокойней. Вот, поэтому я всем желаю хорошей недели. Спасибо, что мы были на связи. И не забывайте, что Ашем, он каждую секунду творит наш мир. Вот, всем хорошей недели.